Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мир вам! Мир. Мы спели чудесный псалом «Спаситель мой живет», «Спаситель наш живой». По этой причине мы сегодня с вами и здесь находимся. Мне всегда приятно, знаете, когда я прихожу в дом молитвы, вот видеть родных и близких, друзей, видеть христиан, чувствовать вот молитвы, слышать прикосновение вот Божье, Духа Святого. Знаете, как вот хочется всегда этим дорожить. Всегда хочется этим дорожить общением. Но придет, может, то время, когда, может, я уйду из этой земли раньше, чем кто-то. Может, кто-то уйдет. Может, Господь нас возьмет. Может, кто-то придет и кого-то не увидит. Это наша жизнь. Господь хочет, чтобы мы были живые христиане. Господь хочет, чтобы мы дышали им, жили им. Как Писание нам говорит, что мы им живем, движемся и существуем. Знаете, как приятно ощущать то прикосновение Божие, что мы не одни на этой земле. Вот ту мысль всегда иметь в своем сердце, в своих вот в душе, что когда случаются переживания, вот трудности в нашей жизни, что мы не одни, что есть Тот, Который живой. Он готов нам помочь, Он готов ободрить, Он готов утешать, Он готов исцелять, и Он готов поддерживать всех тех, чье сердце вполне предано Ему. Дорогие друзья, сегодня Дух Святой направляет мое сердце, чтобы было предано Ему вполне, тогда Он есть условие, тогда Он готов поддерживать. Пусть благословит нас Господь вот в дальнейшем служении, чтобы Господь в нашей жизни наполнял наши сердца, чтобы наши сердца были вполне преданы Ему. Дорогие друзья, вот я признаюсь, было несколько тем, вот как бы знал, что надо будет говорить слово, вот, но я молился Богу, думал, вот, какая будет тема вот сегодня, чтобы Дух Святой мне вот подсказал, какую тему выбрать. Знаете, и как-то уже семья легла спать, где-то 2 часа ночи было, нету сна, я молюсь, думаю, переживаю, размышляю, у нас много желаний, много проектов. Вот, много, может быть, переживаний в каждой семье, да, есть. И Господь открывает эту тему, которую сегодня хочу озвучить. И это проповедовать Евангелие. Это великое поручение, которое Бог сегодня поручил нам. Дорогие друзья, это самое главное поручение, которое сегодня Господь поручил каждому из нас. Я хочу прочитать, может, выборочно, за неимение времени, на сегодня членское собрание, вот выборочно хочу читать места Священного Писания. Вот, если операторы не успеют, то будем слушать. Первое послание к Коринфянам, глава 9 и 16 стих. Первое послание к Коринфянам, глава 9, 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение». И дальше вот 23 стих. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». И 27 стих. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Дорогие друзья, здесь я рекомендую вам, вот вообще Господь рекомендует нам читать Слово Божье особо. Прочитайте дома, пожалуйста, вот 9 главу, 1 послание к Коринфянам полностью. И вы увидите, как вот Дух Святой через апостола Павла открывает вот истины и направляет нас, чтобы это было
вот поручение Божье к нам, чтобы оно было нашей жизнью. Знаете, как-то работая на улице, подходит сосед в переживании, уже дедушка, американец старенький, говорит, так переживает, ты знаешь, что может быть мировая война? Он мне говорит, я говорю, ну и дальше что? Все, Библия говорит, что все может быть, Господь скоро придет, но вы готовы? Он помялся как-то в переживаниях. Мои дети хотят в другую страну, могут уезжать, чтобы там никак-то не воевать. И все. Я говорю, весь мир сегодня в переживании, весь мир в волнении. Знаете, я говорю, мы молимся за вас. Я говорю, когда увидите возле нашего дома вот много машин, это верующие собираются на молитву у нас и молятся о вас, о соседях, о стране. Вот, возносят к Богу вот руки свои. И он так удивился, сказал, да, за меня? Я говорю, да. Знаете, наше поручение, не знаю, когда, приходи ты, наше поручение сказать каждому, не только братья-проповедники должны проповедовать Евангелие, мы каждый человек проповедник. Скоро двери благодати закроются, скоро Господь придет. Мы сейчас встречаем проекты, готовимся, все, вот Bible Truck должен приехать. И все это на своем месте, все это хорошо. Но здесь апостол Павел говорит, ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность. И говорит, все это я делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Представляете, в этом проекте Божьем по спасению рода человеческого Бог так возвысил нас быть соучастником в этом Евангелии, в этом проекте по спасению вот душ человеческих. Мы не спасаем, но мы направляем на Спасителя, который спасает, который очищает, его кровь, она сильно очищать и омывать всякий грех. Мы только направляем людей приходить к Господу. Знаете, вчера буквально сидели в гостях, были друзья, и вот беседовали, говорят, с Украины недавно выехали. Говорят, удивительно, говорят, мы почти все уехали, боевые действия, все. Но, говорит, на место наше примерно совсем неверующие люди пришли и там собираются. Мы в другой стране собираемся, вот, и тоже там большая церковь. Я так подумал, знаете, у Бога свой план. Мы находимся в переживаниях, мы находимся в молитвах, наши родственники, наши друзья-то. Мы переживаем. Люди сегодня находятся в таком как-то, в ожидании бедствия. Это Библия говорит нам, люди будут ожидать бедствия. Но есть убежище, у Бога есть свой план. Господь хочет меня спасти. Это слово, которое я сегодня говорю, это слово для меня. Чтобы я успел кому-то рассказать о Христе, кому-то засвидетельствовать, может быть, это последний раз, может быть, кто-то уйдет из этой земли. Дорогие друзья, спешите засвидетельствовать об Иисусе Христе, спешите сказать то слово, которое Бог поручил нам исполнить. Когда Евангелие от Марка, глава 16, читаем, 15 и 16 стих. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Дорогие друзья, вот это повеление Божье, это не значит, что люди будут сразу все каяться. Это не значит, что будут люди обращаться к Богу, вот, переменять образ жизни так, как мы думаем или так, как мы хотим. Знаете, мне вспоминается, помните, когда ученики, вот, первые христиане собирались, им так было хорошо. Они каждый день собирались, преломляли хлеб, молились. И нам сегодня хорошо, правда? Мы так привыкаем к хорошей жизни. И пришло гонение, Господь рассеял. И люди в разных местах,
начали проповедовать вот Слово Божие. Сколько вот знаем историю, инквизиции прошли. Наши праотцы вот прошли этот тяжелый путь. И я скажу, что так вот рассуждали недавно. Вот, благодаря им, может быть, и мы сегодня здесь находимся. Какой-то доля, конечно, благодаря Богу, но доля этого всего, страданиями тех братьев, и это нужно помнить, это нужно ценить. И к евреям так написано, чтобы мы могли помнить наставников, вот, могли думать об этом, что кто-то прошел, отдал свою жизнь ради того, чтобы это Евангелие дошло до наших времен, чтобы оно достигнуло моего сердца, чтобы оно так свободно проповедовалось. У нас столько сегодня пищи духовной. У нас у каждого есть не одна Библия. Читать Слово Божие, проповедовать людям – это великое поручение самого Бога. Когда мы читаем вот Исаии, книга пророка Исаии, глава 62, из 6 стиха такие слова. Книга пророка Исаии, 62 глава, 6 стих. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте!» 10 и 11 стих. «Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Вот Господь объявляет до конца земли, скажите через Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним». Знаете, эти слова, когда я прочитывал, вот я встал 2 часа ночи, вот открыл Библию, записал эти слова, чтобы запомнить. Господь говорил мне, Господь говорит нам. «О вы, напоминающие Господе, не умолкайте!» Он говорил, «Павлик, не умолкай! Что с тобой сотворил Господь и как помиловал? Говори об этом! Не умолкайте! Не умолкайте там, где вы живете!» Господь это образом поставил нас как сторожей, чтобы мы видели время. Мы видели людей вокруг нас, которые погибают, которые нуждаются в прощении, то нуждается в Спасителе, и мы обязаны сказать им о Христе. Нам комфортная жизнь часто, может быть, мешает. Нам здесь хорошо. Хороший воздух, хороший океан, красивый город. Но, друзья, очень много людей в этом городе, которые не знают Христа. Не знают Его как Спасителя. И Господь обращается ко мне и говорит, «Вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Дальше вот здесь написано, что Господь объявляет до конца земли, скажите, через Сиона грядет Спаситель твой. Дорогие друзья, вы верите, что Господь грядет? Что Господь скоро придет? Когда мы об этом будем думать? Когда мы будем проповедовать Евангелие? Когда мы думать будем о Христе, что Господь скоро придет? Всякие вот недопонимания в жизни, всякие, может быть, недовольствия, вся мишура этой жизни, она все уходит. Знаете, для меня всегда вот перед глазами, когда вспоминаю, вот я болел, да, когда я уже много раз говорил и буду говорить, когда за глоток вот воздуха борешься и думаешь, ничего не надо. Господи, я много еще не сделал. Господи, дай мне еще жизнь, продли милость свою, чтобы я еще мог больше потрудиться для Тебя, что-то сделать еще. Знаете, и уже ни о чем больше не думаешь. Земные все, что ты вчера делал, все остается на втором плане. Только думаешь, Господи, приготовь меня ко встрече с Тобой. У меня одна мечта есть, чтобы Бог мне дал время для молитвы. Чтобы время Бог мне дал приготовиться ко встрече с Ним. Я, может, говорил уже здесь, мне вспоминается, когда мы только приехали в Америку, вот, и упали вот башни
близнецы, да, дома вот эти в Нью-Йорке. Это весь мир говорил об этом. Я прочитал в русской газете. Там были такие вот слова написаны, что там еще один дом упал, потом еще время было какое-то. И одна женщина говорит, звонит мужу и говорит, вот вижу здание разрушилось, вот упадает. И потом видит, что это все, это пыль, дым, значит, все описывается, и говорит мужу, все, уже время нету, время только для молитвы. Мне эти запали слова в мое сердце. Вот сколько я здесь, вот я всегда это помню. Было время для молитвы. Сегодня брат первый говорил о молитве. Будет ли у меня время помолиться? Будет ли у меня время приготовиться? Будет ли у меня время сказать ближнему о Христе? Будет ли у меня время сказать родным и близким? Будет ли время у меня еще пойти кому-то сказать о Христе, выполнить это великое поручение для славы Божьей? Вы, напоминающие Господи, не умолкайте. У нас есть голос, у нас есть слух, у нас есть все хорошо. Нам сегодня так хорошо. Хор поет, звучит, сердце размягчается. Но где-то война. Где-то люди не досчитываются друзей, родственников, родных и близких. Где-то голод, где-то холод. Кто-то в тюрьмах страдает за Слово Божие. Спешите посвятить свое время для славы Божьей. И говорить о Христе. Спешите помолиться Богу. Взывать к Нему. Взывай, когда есть отвечающий. Есть сегодня отвечающий. Есть много чудес, которые Бог делает в моей жизни, в нашей жизни, есть Тот, который готов помогать и отвечать. Прочитаем Евангелие от Матфея, 24 глава, и затем помолимся. 1 стих, 14 стих, Евангелие от Матфея, глава 24, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие, Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Знаете, люди, многие ждут конца. Многие предсказатели уже поумирали, их уже нет. И не о том люди сегодня мечтают. Не о том сегодня люди думают. Сегодня дьяволу выгодно сделать, посеять раздор какой-то вот в умах людей, посеять какое-то вот недопонимание, ждать где-то какой-то даты, высчитывать. Весь интернет как бы вот пестрит этими всякими вот догадками, вот. Но, знаете, самое главное, дьяволу выгодно отвлечь наше внимание от того, чтобы мое сердце было готово ко встрече с Богом. Ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Так Библия говорит, читающие Писание знают, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Вы слышите, здесь, заметьте, во свидетельство, не в покаяние, а во свидетельство. Мы свидетели, мы должны говорить о Христе. Придет конец, придет то время, когда Господь наш придет, чтобы взять своих от земли, взять тех, кто выполнил сегодня Его миссию здесь, на этой земле, кто готовы. Он придет за тех, кто готовы. Друзья, Церковь Христа, давайте склонимся в молитве. Еще раз и еще раз помолимся Богу, присущий на небесах, чтобы мое сердце было готово ко встрече с Ним и быть готовым посвятить себя для служения Его. Ему слава за все. Аминь. Помолимся.